Ребятушки, раз мы уже здесь на границе с Бирмой, мы решили перейти границу в Бирму и посмотреть, что здесь продается. Вот она граница, смотрите. Уже поставили печать нам паспорт. Мы заходим в Бирму, ребята. Ребятушки, перешли мы границу, мы уже в Бирме. Только что мы перешли границу и заплатили $10. Дали $100 купюру бирмийскому этому таможнику. А он нам вернул 65 старыми долларами по $1. Пересчитали все, дали ему обратно все, сказали, давай нам 70. Короче, хотел стырить у нас $5 и не получилось у него. Ну ничего, вот такая вот Бирма здесь. Здесь проходим вместе со всеми. Это уже Бирма. Сейчас начнем смотреть, что тут продается. Может, что купим еще. И вернемся обратно. Заодно у нас виза на месяц автоматически. Еще я вот заметил, что очень много номеров из Китая. Тут много очень китайцев приезжают, переезжают границу из Китая прямо. И заезжают в Таиланд. Вот китайская машина. Ребятушки, такое ощущение, что эта машина сейчас взорвется. Ребятушки, тут, короче, сплошной пластмасс и тряпки, короче, больше ничего особенного. Пластмасски и тряпки. Может быть, я еще что-то увижу необычное, тут покажу вам. Но пока что один пластмасс. Вот еще каштаны делают так. Такой вот магазинчик со старыми велосипедами. Людей совсем нету тут. Один я тут хожу. Единственное счастье в Бирме — это вот эта собака, которая познакомилась с моей Широй. Вот смотрим костюмчик, пижаму. Китайский стиль для Широй. Короче, нечего тут крутиться. Возьмем сейчас тук-тук, пойдем посмотрим храм один и вернемся обратно в Таиланд. Там на тайской стороне намного интереснее, и тоже все, что здесь продается, плюс еще больше, потому что они привозят из границы, перевозят всякие чаи, там и специи, там орешки, семечки, все что угодно, короче. И сувениры. Потом посмотрим, покажем вам. Короче, мы выходим из этой Бирмы. Нефиг тут делать.
Только если путешествовать по этой стране, а так вдоль границы здесь почти что нечего делать. Смотрите, какие велосипеды здесь. Транспорт. Пермский транспорт. Видите, человек ждет клиента в солнечных очках. Идем обратно в Таиланд, ребятушки. Поставим печать. Еще один месяц в Таиланде. Шира уже побывала в Бирме. Да. И в Таиланде, и в Бирме. Идем вон обратно в Таиланд. Вон граница. Переходим. Yes. And we can walk from here maybe. Здесь вот река течет. Вот это вот граница. Вот эта река — это граница.